Два человека погибли и 6 получили травмы в дорожных происшествиях за выходные. Всего в Кировской области произошло 7 аварий. Так, 22 декабря около 7 утра в Слободском районе столкнулись Ford Focus и MAN. 18-летняя девушка, водитель иномарки, погибла. В этот же день и тоже в Слободском районе КАМАЗ врезался в припаркованный УАЗ. Водитель УАЗа погиб. Аварии с пострадавшими произошли в Вятских Полянах и в областном центре. Сотрудники госавтоинспекции Кировской области за выходные дни пресекли 475 нарушений правил дорожного движения. В том числе были задержаны 17 водителей, управлявшие транспортом в состоянии опьянения или отказавшиеся от прохождения медосвидетельствами, 16 водителей, не имеющих или лишенных права управления транспортом. В поселке Богородское в пожаре погиб мужчина. В воскресенье вечером на улице Шубникова загорелся жилой дом. Обгорели пол и стены на площади 5 квадратных метров. На месте ЧП спасатели нашли тело мужчины. Всего в Кировской области в выходные произошло 7 пожаров, сообщили в МЧС по региону. За прошедшие выходные дни на территории Кировской области чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. Произошло 7 пожаров техногенного характера. Спасены 2 человека, к сожалению, 1 человек погиб. Зарегистрировано одно происшествие на водных бассейнах. К сожалению, также один человек погиб. Пожарно-спасательное подразделение на ликвидацию последствий ДТП привлекались 3 раза. Травмирован 1 человек. Будьте внимательны и осторожны. В центре внимания она – высокая, яркая и новая. В Кирове открыли новогоднюю театральную площадь. В центре новая главная ель города. Кроме нее на площади установили много других праздничных элементов. Новогоднее убранство театралки оценила и моя коллега Елена Шаргина. Сегодня, 23 декабря, в Кирове официально открыли новогоднюю театральную площадь. И сейчас мы посмотрим, что же на ней появилось. Первое, на что обращают внимание на центральной площади – новая ель. Причем новая не только потому, что купили недавно. Такой новогодней красавицы в Кирове еще не было. Она и больше предшественниц, и украшена ярким шатром. Во время официального открытия огни зажгли вместе с Дедом Морозом. В этом году на театральной площади много света. На каждом шагу световые конструкции. Они посвящены юбилею города и символам Вятки. В этом году почти полностью отказались от использования снежных фигур. И не зря. Погода в декабре показала плюс. Приоритет был отдан световым элементам. Например, вот такой лабиринт. Традиционно на главной площади города поставили сразу несколько горок. Есть маленькие для малышей, есть побольше. И есть самая большая. Изначально ее готовили для взрослых, но она больше пришлась по душе школьникам. Ребята катались и на ватрушках, и на ледянках, и даже без подстилки на 5-й точке. Также на площади залили большой каток, но из-за погоды сейчас им лучше не пользоваться. Хотя детей это не останавливает. В сам Новый год, 31 декабря, на театральной площади ожидается много веселья и праздника. В 11 вечера там начнется танцевальная программа. А закончится она уже в следующем году, в 2 часа ночи, 1 января 2024 года. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. Только украсили и уже не работает. Кировчане обратили внимание на выключенную новогоднюю иллюминацию на улицах города. Например, в Кочеровском парке установили световые арки, и половина лампочек в них уже не горит. То же самое около театра кукол. У фигуры медведя не работает часть светодиодной ленты. По словам кировчан, оба световых элемента пришли в негодность сразу после того, как их установили. Люди возмутились, как такое изначально могли допустить. В администрации пообещали все поломки устранить и зажечь огни в ближайшие дни. Есть технические моменты, связанные это и с погодными условиями, где-то вот как раз дожди, замыкания и так далее. То есть сейчас эти элементы все обследованы. Там, допустим, в Кочеровском парке там просто вандалы оборвали кабеля и все. Здесь вот, допустим, в процессе монтажа все было в уплотненный снег, кабеля заведены. Потом, когда потайка началась, тоже техника, допустим, собирала снег, где-то тоже вот обрывали. А так все в процессе, все будет, все восстанавливается, никаких вопросов нет. Между тем, в Кирове скоро станет светлее и без новогодних огней. В следующем году в городе установят 5000 новых светильников. Документы уже подписаны, сообщили в областном правительстве. Поводом обновить фонари послужили массовые жалобы. Причем большинство недовольны освещением именно в областном центре. Работы начнутся с центральных улиц, туда поставят новые светильники, а старые перенесут на другие неосвещенные участки города. Работа начнется уже после новогодних праздников, а сам контракт рассчитан до сентября следующего года, рассказали на оперативном совещании у губернатора.
Не просто средство передвижения, а уже роскошь. В России существенно подорожали новые автомобили, в том числе отечественные. В Госдуме решают, как вернуть личный транспорт в зону доступа россиян. Об этом не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давеча», и мы продолжаем. Взялся за топор из-за личной неприязни. В Вятских Полянах вынесли приговор местному жителю за жестокий поступок. 37-летний мужчина ударил знакомого топором по ноге. В итоге пострадавшему ампутировали 4 пальца. Экспертиза оценила увечья как вред здоровью средней тяжести. Решение суда – 2 года лишения свободы. С учетом данных о личности, совокупности смягчающих наказания обстоятельств совершения преступления впервые, суд посчитал возможным применить положение статьи 73 Уголовного кодекса России, установил испытательный срок 3 года. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовного дела, суд удовлетворил исковые требования потерпевшего о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в сумме 500 тысяч рублей. Россиян, а заодно и отечественный автопром захотели поддержать рублем. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил возвращать за покупку российской машины часть денег. Поможет ли налоговый вычет улучшить ситуацию на рынке и как инициативу оценивают эксперты, выяснила Наталья Бакерина. Наташа, ну почему появилась такая идея? Я так понимаю, что слишком уж дорого стоят наши отечественные машины. Да, это так. И если сравнить вот цифры, для примера, если в 2013 году для покупки нового автомобиля требовалось почти 28 месячных зарплат, то в этом году за машину из автосалона нужно отдать почти 40 зарплат. Причем отечественные машины стоят почти так же, как, например, популярные сейчас китайские. И, кстати, многие автоэксперты отдают предпочтение именно китайскому автопрому. Если, допустим, взять бюджет там 2-2500, да, то я бы, конечно, взял китайскую. Она будет гораздо покомфортнее и технологичнее. Потому что если вы сядете за руль какой-нибудь... Я, честно говоря, не знаю, эти модели, это седаны сейчас есть, там около 2 миллионов рублей. Если сядете в нее и сядете в новую Весту там или какой-то наш новый автомобиль, ну, вы сразу все поймете, качество и уровень. Вот. И китайских машин сейчас не стоит бояться, дают гарантию 5 лет. Ну и, кстати, насчет качества, китайские реже выходят из строя? А вот здесь все не так однозначно. Что касается кузова, что отечественная машина, что китайская, в этом плане одинаково. Обработка кузова везде не очень, говорят эксперты. В общем и целом китайские машины дороже. И здесь еще все зависит от курса юаня. Однако отечественные проще и дешевле в обслуживании, если, конечно, ломаются нечасто. А кировчане что предпочитают? В основном отечественные машины или китайские сейчас? А давай послушаем. Китайцы, конечно. Двигатель сам и как бы и дизайн. В общем, практически все лучше, я считаю. Китайцы. Ну, потому что у них гораздо больше функций, которых нет у отечественных производителей. Китайцы. Не знаю, отечественные гниют. Гниют вот. Прямо и стоят очень дорого. Если бы они стоили так и не гнили, тогда бы можно было и русскую взять. Наверное, вы нашу? Как минимум обслуживать проще. Китай неизвестно где, а мы все-таки все рядом. И все тут. Ну хорошо, налоговый вычет как-то поможет россиянам при покупке машины? Вице-президент Национального автомобильного союза говорит, что предложение Владислава Даванкова – это популизм. Это не играет никакой существенной роли в приобретении автомобиля, потому что в процентном отношении это очень небольшая сумма, потому что сегодня фактически машины начинаются там от 850-900 тысяч рублей и вверх. Да, конечно, там 52 тысячи рублей, которые могли бы быть компенсированы, это приятно, но вряд ли это кардинально поменяет существующее положение вещей. А что тогда может изменить ситуацию? Изменить ситуацию помогут реальные меры поддержки. В первую очередь доступные автокредиты, рассрочка, считают в Национальном автомобильном союзе. Там, кстати, уверены, что инициатива Владислава Даванкова так и останется инициативой. Спасибо, Наташа, за интересный материал. Ну а мы продолжаем.
попали в аварию и нарушили закон. В поселке Садаковский бетономешалка упала с моста в речку Чернушку. При этом водитель и пассажир решили слить бетон прямо на лед. Это заметили местные жители и сообщили в региональное министерство охраны природы. Представители ведомства обратились в полицию. Сотрудникам министерства оперативно произведен выезд, в ходе которого установлено, что в районе дома 10/1 по улице Заречной, в поселке Садаковский, перевернулся бетоносмеситель. Из бетоносмесителя осуществлен слив бетона непосредственно в реку. Сам бетоносмеситель находится в водоохранной зоне реки. Проведем дополнительное обследование и по результатам примем меры реги. В России предложили ограничить продолжительность рекламы в играх 15 секундами. По словам авторов проекта, это нововведение поможет сохранить баланс между распространением видеоигр и демонстрацией рекламы, защищая детей от вредной информации. Об этом пишет ТАСС. Как вы реагируете на рекламу? Такой опрос мы запустили в нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». И вот результаты. Подавляющее большинство респондентов, более 40%, ответили, что реклама им надоела. Треть опрошенных просто смирились с ее наличием. 17% спокойно смотрят рекламные блоки. При этом ни один человек не выбрал вариант «Мне нравится реклама». Список победителей известен. В Кирове активно идет подготовка ко второму сезону конкурса «Город добрых соседей». Среди всех кандидатов выбрали 74 проекта, которые будут реализованы в следующем году. Подробнее о них нам расскажет начальник управления организационной работы администрации города Кирова Павел Лупов. Добрый вечер. Павел, ну какого рода это проекты, которые вошли в число победителей? Здесь мы говорим о том, что вот те 74 проекта, которые победили, из 219 проектов, которые были поданы, это те событийные мероприятия, которые сами жители хотели бы реализовать на территории города, в каких-то своих микрорайонах, отдаленных частях нашего населенного пункта. Здесь мы говорим о мероприятиях, связанных как раз с праздником, приуроченным к 650-летию города Кирова. Цель как раз конкурса и является как раз юбилейное событийное мероприятие. Здесь у нас и фестивали, здесь у нас и творческие мероприятия, здесь у нас и семейные мероприятия. То есть здесь большой спектр мероприятий, которые жители будут реализовывать в течение года. То есть это именно события, то есть это не благоустройство, а именно событийные мероприятия. Может быть, какие-то необычные назовете, какие-то, ну не знаю, уникальные, интересные какие-то проекты? Есть очень много проектов уникальных, интересных. Всех сразу так, скажем, весь список не обозначить. Но я надеюсь, что мы, как и в прошлом конкурсе, о каждом проекте информацию всегда выкладываем на официальном сайте у нас администрации. Говорим о каких мероприятиях предстоящих, которые будут в рамках этих проектов. Поэтому жители нашего города и гости, я думаю, что оценят, увидят и обязательно придут на эти мероприятия. То есть мероприятия разного характера и очень есть творчески интересны. На это выделяется какая-то сумма денег, да? То есть вот о финансировании расскажите немножко. Да, благодаря вот Александру Тимовичу Соколову, как раз, который поддержал данный конкурс. Вот в этом году мы его реализовали и сейчас завершаем все проекты. То есть это было порядка 50 миллионов рублей, но там было два направления – благоустройство и события. Здесь только одно направление – события, поэтому 25 миллионов рублей выделен этот конкурс. Что хотелось бы отметить, что по итогам рассмотрения всех заявок мы увидели, что вклад населения, который в принципе по условиям конкурса не обязателен, но жители его показывали с целью как раз увеличения по критериям оценки своего балла, чтобы пройти и стать победителем. И эта сумма порядка с плюсом 29 миллионов рублей к 25. То есть мы видим, как активно жители поддержали свои идеи, свои инициативы. И хотел бы еще отметить, что в этом конкурсе очень много было подано заявок от инициативных групп. Не только от общественных каких-то организаций, юридических, там, индивидуальных предприятий, которые имеют право, но еще можно было организоваться в вот такую форму, инициативную группу и подать заявки. То есть процент их вырос. Соответственно, мы видим, как жители активно включились в эту работу, как оценили простоту участия в этом конкурсе. Это очень важно. Как раз не готовить там больших пакетов документов, чтобы победить, заполнять кучу разных форм. А здесь мы очень упростили вот этот конкурс. И он с этой точки зрения является уникальным не только в городе, но и на российском уровне. Когда уже можно будет увидеть первое мероприятие, которое в рамках этого конкурса стартует? Исходя из победителей, у нас и условий конкурса у нас с января
уже можно приступать к реализации проектов. Но первые проекты у нас не с января, а с февраля уже месяца пойдут, поэтому обязательно будем анонсировать через соцсети администрации города, через центры местной активности, приглашая на эти мероприятия, ну и также, конечно же, сайт администрации города Кирова. Ну и сами участники очень активно используют соцсети, говоря о своих проектах, о своих мероприятиях, какую душу и каких партнеров они сюда объединили для вот таких событий, да, каких-то территорий города. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Спасибо большое, что пришли, ответили на вопросы. Ну а мы продолжаем. Спасибо. Чепчане провели спортивные выходные. В минувшую субботу в Кирово-Чепецке состоялась предновогодняя пробежка Run Factory. Участники преодолели дистанцию в 2024 символических метра. Также в этот день состоялся и лыжный забег. За зимними состязаниями наблюдал Кирилл Комаровских. Вместо статичного пребывания в горизонтальной плоскости в свой законный выходной, спортсмены вовсю готовятся к предновогоднему забегу по Чепецким улицам. Активная разминка помогает подготовить тело, а праздничная атмосфера – дух. Учитывая грядущий праздник, забег оказался тематическим, мандариновым. Его негласным амбассадором стала Екатерина Сукабатая, выбравшая для забега цитрусовый наряд. В субботу Екатерина поучаствовала сразу в двух забегах – утреннем Run Factory и дневном на лыжах Sky Factory. В последнем ей составил компанию «Сын». Мы участвуем каждый год, мы любим спорт, мы принимаем участие в лыжном забеге с садиком, можно сказать. Вот сегодня мы бежали мандариновый забег, и можно сказать, оттуда прямо сюда с корабля на бал. Настрой очень положительный, энергичное, настроение замечательное. И я очень рада, что в нашем городе это все организовали. Мы очень этого долго ждали и дождались. А пока чепчане всем городом ждали организации лыжного забега, зрители томились на финише в ожидании спортивных Дедов Морозов, а их, к слову, было несколько, и других сказочных героев. А вот, кстати, и они. Вместе в едином порыве участники проекта Run Factory от компании «Уралхим» завершили символический забег в 2024 метра. Правда, позже выяснилось, что спортсмены слегка увлеклись. Ошиблись немножечко там. Таймер показал, что пробежали на 200 метров больше, но я думаю, что никто от этого не пострадал. Старались бежать все вместе, но мы же все-таки команда. И дожидали отстающих, финишировали все вместе. Наверное, это самое главное в данный момент. Создать хорошую работоспособную, сплоченную группу, которая бы своим энтузиазмом привлекала еще как можно больше людей для занятий физкультурой и спортом. После небольшой передышки участники поделились эмоциями. Наш прекрасный клуб Кирово-Чепецке, «Уралхим Run Factory», организовал предновогодний забег сегодня. Вот, мы решили все поучаствовать, поддержать. Все собрались на позитиве, все единомышленники, любители бега. Очень замечательно. Атмосфера предновогодней, настроение. Организаторы рассказали, что спортивные праздники, подобные этим двум забегам, будут проходить в Кирово-Чепецке регулярно. Кирилл Комаровских, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича. А я напомню, оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал Дмитрий Жидарчук. Всего доброго. До свидания.